Итак, мы продолжаем тему инструмента Bevel, и сегодня покажу следующий интересный вариант, которого можно добиться с помощью данного инструмента. Удаляем объект. Давайте еще создадим куб. Перейдем в Edit Mode. Мы уже говорили о том, то, что Bevel находится здесь. И Edit находится здесь. Еще, если мы перейдем правой мышкой, выделим сейчас грань и нажмем правой мышкой вне нашего куба, появится меню. Мы уже выбирали вот это данное меню, и сейчас Bevel Edge. И теперь вот можно таким образом трансформировать наш угол. Колесик наверх, добавляем грани. Колесик вниз, убираем грани. Давайте добавим столько грани. Опять получается у нас окошко. Переходим туда. Давайте увеличим данный эффект приблизительно вот таким образом. И у нас есть вот такая интересная ситуация. Мы сейчас выгнем данный угол. Вот таким образом. Добавляем грани. Увеличиваем. И вот таким образом выгибаем. Вот такой эффект у нас получился. Если мы данную настройку доведем до нуля, то у нас получается вот данный эффект. Давайте вот таким образом можно еще подкорректировать. И смотрите, у нас здесь нечетное количество граней. Сейчас мы увеличим до четное, нечетное, четное, нечетное, четное, нечетное. И вот таким образом можно, как говорится, работать с нашим объектом. А теперь смотрите, мы увеличиваем до единицы, да, до единицы. И теперь смотрите внимательно, увеличиваем количество граней. Нечетное, четное, четное, нечетное, четное, нечетное. И добавляем вот такие разрезы. Вот такая функция еще есть у Bevel.